уважаемые подписчики и подписчицы. Герой нашего сегодняшнего обзора – клавиатура стандарт 501 от фирмы RealL. Вот такая вот странная фирма, впервые это название слышу. Давайте посмотрим, что за клавиатуру эта фирма производит. Итак, что же о ней говорит сам производитель? Стандартный набор клавиш. Клавиатура полноразмерная, 108 кнопок. Высокоякостная мембрана. Ну это, конечно, приятно. Проверим. Вологостійка конструкция. Тоже плюс, если правда. Клавиша швидкого доступу до калькулятора. Ну это, конечно, вопрос спорный. Кому она нужна, кому не нужна. Ну мне, например, нужна. Это приятно. Комфортный, тихий и чуткий хит клавиш. Если это правда, то это очень здорово. Ну, сзади. Сзади у нас масса различной информации. Комплектация клавиатура, гарантийный талон, инструкция. Вес 410 грамм. Наработка на отказ 20 миллионов нажатий. Поддержка Windows XP, Windows Vista, ну и так далее. Открываем коробочку. Бумажки откладываем в сторону. И вот мы видим саму клавиатуру. Первое, что бросается в глаза, клавиатура довольно-таки необычна. Кнопки сделаны над самой поверхностью клавиатуры, что, безусловно, позволяет нам предположить, что эта клавиатура правда не боится жидкости. То есть все, что вы на нее прольете, ну, вернее, большая часть из того, что вы на нее прольете, оно просто сбежит по вот этой нижней площадке клавиатуры и сбежит вам на стол. То есть сама электроника клавиатуры, я надеюсь, останется сухой и невредимой. Это, конечно, приятно. Так, клавиша быстрого доступа к кнопке калькулятор. Вот она. Ну, в принципе, довольно-таки удобно размещено. Теперь насчет хода клавиш. Ну, мне нравится звук. Нет этого китайского звонкого звука, как будто кнопки еле-еле держатся и собираются либо выскочить, либо сломаться. То есть звук мне нравится. На ощупь тоже. Кнопки жмутся не тяжело, не легко, но как-то, ну, как нужно. Клавиша пробел. Звук, конечно, немного дребезжащий какой-то, но в пределах нормы. И что мне нравится, как вы видите, кнопка пробел сработает, даже если надавить на самый краешек. Дешевые китайские клавиатуры этим похвастаться не могут. Что еще сказать? Клавиатура подключается через USB. Ну, этим уже никого не удивишь. Ну, в наше время все больше и больше встречается материнских плат, на которых нет разъема PS2. Ну и поэтому хорошо, что клавиатура подключается через USB. Что еще мы видим? Как я уже сказал, полноценные 108 кнопок, индикаторы NumLock, CapsLock и ScrollLock. Снизу мы видим стандартные ножки, довольно-таки тугие. И спереди, снизу мы видим небольшую резиновую прокладочку, которая нужна для того, чтобы клавиатура не скользила. Эти резиновые штучки довольно-таки маленького размера. Клавиатура скользит как по льду. Не совсем понятно, что это за отсек. Давайте попробуем его вскрыть. Ага, а он не вскрывается. Вполне вероятно, производитель делает аналогичные клавиатуры с беспроводным подключением. И это отсек под аккумулятор, либо под батарейку. Ну, что еще могу сказать? Я только распечатал клавиатуру, я ней еще не пользовался. Но пока что то, что я вижу, мне нравится.
буквы нанесены довольно-таки контрастной краской. Они хорошо различимы даже при небольшом освещении. Хорошо отличается русский шрифт от английского. Я думаю, для своей цены эта клавиатура довольно-таки неплохая. А цена ее по нынешним временам составляет примерно, ну, примерно $6. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего вам наилучшего. До скорых встреч.